Land Rover Defender от производителя Hongwell в 43-м масштабе. Такой вот джип. Самое интересное, что у этой фирмы очень неплохие модели за свою цену. То есть она стоит, не помню сколько, но... То есть эта модель, она стоит дешевле, чем игрушка на самом деле. Но выполнена довольно неплохо. У меня в следующем видео я покажу Land Rover от Solido. То есть модель была намного дороже, но выполнена хуже, чем эта модель. Даже вот неплохо проработано днище. Отдельные передние фары. Задние фары все раскрашены. То есть запаска. То есть такая вот довольно хорошо проработанная модель. Крыша изготовлена из пластика.